приехали мы с мегамаркета, были на Петровке, там гуляли. Значит, что я купила в мегамаркете? Очень выгодная покупка кофе. Nescafé Gold 210 плюс 50. Значит, оно стоило 175 гривен. Еще акция 5% скидка любому покупателю. Короче, обошлось нам вот, еще дешевле оно. Так, дальше вот такие вот тоже круассаны, круассели АВК я их беру, они на гривну дороже, чем БТБ, 21 на гривна, но вот такая вот акция, тоже 50% бескаштовно, то есть если тут 170, сколько тут грамм, 180, то в пакете 270 грамм. Так что тоже выгодно. Так, дальше взяла, чем мне нравится мегамаркет, они вкусную колбаску вот нарезают. Салями по-сольско. 126 гривен килограмм вашего котомка. Это тоже укрпромстач. На 25 гривен. Ну, на 26 гривен. Очень вкусно пахнет, так что будем брать. Сметанка 15% простоквашина. И взяли две рыбки ментая. На 20 гривен филе ментая. И вот такие две рыбки тоже около 20 гривен. Два ментая. Так что такие покупки у нас в мегамаркете. А, ну еще там взяла птичкам корм, Лоли Шерри, но уже такое не стала показывать, уже я все сложила. Завтрак для мужа вот такие вот тосты с маслицем и с колбаской. Иногда можно, мы сейчас редко себе позволяем хлеб, но иногда уже очень хочется с горячим кофейком. Я жарю зразы с очень простой начинкой. Тут яйцо, зелень и жареный лук. Вот такие вот зразы у меня получились. Просто варю картофельное пюре, дождусь, пока остывает, делаю тесто и такие зразы на быструю руку. На перекус арбузик. Вкусный-вкусный. На ужин я готовлю перцы в мультиварке. Вот такие вот красненькие с куриным фаршем. Также, а это маме и нам немножко в кастрюльке, потому что места там не было. Еще сделала вот такие вот тефтельки. Это говяжьи. Сварила на обед, на ужин, как захотим. Вот такой вот вкусный вермишелевый супчик. Ну, я просто туда положила спагетти, это так, на быструю руку. Но мне очень нравится, когда именно вот так. Легкий летний ужин. Жарю яичницу и вот такой вот вкусный салатик у меня овощной.